Всем привет! И в этом видео мы разберем знаменитую песню Джо Дассена «Etsy to exist to pa». Но прежде чем мы приступим к разбору, хочу обратить ваше внимание на канал моей хорошей знакомой, моей коллеги Светланы. Называется он «Your Piano». Это канал виртуальных курсов фортепиано и теории музыки для детей и взрослых, которые занимаются для себя и в свое удовольствие. Также на канале вы найдете очень много интересной и полезной информации о музыкальной психологии и мотивации. Так что рекомендую этот канал всем, независимо от того, на каком инструменте вы учитесь играть. Ссылка на канал и также на ноты с табулатурой, которые мы сейчас разберем, будет внизу под видео в описании. Итак, приступим к разбору. Начинается, как обычно, со вступления. Зажимаем на втором ладу четвертую и третью струны средним и безымянным пальцем. Играем четвертую вместе с пятой открытой. Затем третья, вторая открытая. Затем вторая, первый лад, указательный палец подставляем. Дальше пальцы не отпускаем, средний и безымянный. Играем вторую открытую и шестую открытую. Затем третья у нас зажата, снова вторая, снова третья, снова четвертая вместе с пятой, да, четвертая зажата, повторяется пятая, затем меняем аккорд, средний палец переставляем на третью струну, на второй лад, первый лад указательный палец, вторая струна и мизинец, третий лад, первая струна. Играем вместе первую, вторую, третью и пятую струны. Играем два раза. Первый будет короткий, как бы по звучанию аккорд, второй будет тянуться. Вот так. Первый прям отрывисто нужно сыграть. Вот. И в конце шестая открытая струна. Вот эти два такта повторяются одинаково абсолютно. Проиграем их в медленном темпе. Такой ритм получился. Дальше куплет идет. Начинается он так же, как вступление. Зажимаем те же струны, четвертую, третью на втором ладу. Играем вместе четвертую с пятой. Затем третья, вторая открытая, вторая, первый лад. Теперь открытая шестая со второй. Затем возвращаемся третья, четвертая. Пятая открытая, затем четвертая, третья вместе с шестой. Мы все время это держим. Четвертую и третью струну, да? Третья с шестой сыграли, затем вторая открытая, вторая первый лад и первая открытая. Все, теперь только у нас меняется аккорд. Зажимаем первую струну на третьем ладу, играем ее вместе с четвертой открытой. Затем первая струна, первый лад. Вторая открытая. И три раза сыграем сейчас пятую открытую струну. Ритмически послушайте, как это будет. И сразу переходим вот сюда. Четвертая открытая и третья струна на втором ладу. Сыграли их вместе. И затем еще два раза четвертая открытая. Вот здесь на половине такта как бы заканчивается у нас фраза. Повторим ее в медленном темпе. Так, и дальше идет у нас следующая фраза. Начинается вторая открытая струна, вторая струна, первый лад, вторая струна, третий лад. Держим ее, играем четвертую открытую, затем вторая струна, второй лад, вторая струна, третий лад, первая открытая, четвертую открытую повторяем, вторая, третий лад, первая открытая и первая. Первый лад, держим ее, играем бас, шестая открытая, два раза. Первая нота длинная, вторая короче. И затем зажимаем пятую струну на втором ладу, играем ее вместе с первой открытой. Затем вторая струна, третий лад. Вторая, первый лад.
И вторая открытая. Все, пятую можно отпустить. Играем пятую открытую и вторую открытую. Затем третья струна, второй лад. Третья струна, второй лад мы сыграли. И вторая струна, первый лад. И снова три раза пятая открытая струна. Такой же ритм, как был до этого. И еще раз пятая открытая, уже следующий такт. И подставляем на второй лад также средний безымянный палец, на четвертую, на третью струну. Играем их вместе. И снова пятая струна. Получается, мы играем три раза ее. И в конце шестая еще будет. Сейчас ритмически послушайте, как это звучит. Проиграем эту фразу. Все, потом начинается повторение у нас куплета, такое же, как в самом начале, поменяется только окончание. Вот здесь мы сыграли первую струну на первом ладу. И в басу теперь идет шестая струна, третий лад. То есть вот первая звучит, теперь шестая. Два раза тоже одна длинная нота. Вторая короче. Потом шестую не отпускаем, играем ее вместе с первой открытой. Затем вторая струна, третий лад. Вторая струна, первый лад. Вторая открытая. Все, теперь безымянный переставляем на пятую струну, на третий лад. Играем ее вместе со второй открытой. Затем вторая струна, первый лад. И третья открытая. Пятую можно было не отпускать. И играем также пятая струна, третий лад. Три раза. Такой же ритм. И следующий такт еще раз она звучит. Пятая струна на третьем ладу. Затем третья открытая. Затем пятую мы не отпускаем, третий лад, и третий лад, вторая струна, играем их вместе. Затем вторая струна, первый лад. Все, теперь можно все отпустить, играем открытые первую и шестую. Вторую и шестую, извиняюсь. Вторая, шестая, затем третья струна, второй лад, и третья струна, первый лад. И такой же ритмический рисунок в басу уже на шестой струне у нас будет. То есть сначала три раза играем шестую струну, короткая длинная нота, короткая, и следующий такт еще одна длинная нота. То есть вот так можно сразу сыграть. Затем не отпускали мы указательный палец, третья струна, первый лад, играем ее вместе с четвертой открытой. Затем снова играем шестую. Четыре раза получается. Вот так. Повторим эту последнюю часть куплета в медленном темпе. Все, дальше идет проигрыш. Также зажимаем четвертую и третью струну на втором ладу. Играем вместе четвертую с пятой. Затем идет третья, затем вторая открытая. Затем также четвертая вместе с пятой. Третья. И на вторую подставляем мизинец на третий лад. Затем также повторяется. Четвертая, не отпускаем ничего. Четвертая с пятой. Третья, вторая, и просто четвертая, третья, вторая, да, вторая открытая, и в конце четвертая вместе с пятой,
третья, и вторая уже на третьем ладу. То есть ритмически послушайте, как это звучит. И дальше поменяются немножко у нас ноты, а ритм будет такой же. Четвертая струна, третий лад. А третья струна, второй лад также остается. Играем четвертую вместе с пятой. Третья, вторая открытая. Снова четвертая с пятой. Третья, вторая, третий лад. Мизинец мы подставили. И также повторяем сначала четвертую с пятой. Третья, вторая открытая. Четвертая, третья, вторая открытая. И четвертая вместе с пятой. Третья и вторая, третий лад в конце. Также этот кусочек проиграем, чтобы было понятно. И вот этот весь проигрыш повторяется два раза. После него можете сыграть еще раз куплет и припев. Можете, в принципе, на этом и закончить. Вот и весь разбор. Аранжировка, в принципе, очень простая. Я думаю, у всех получится. Желаю вам удачи, успехов и до новых встреч!